19 лет назад на улице Пучковка Курска открылся областной специализированный дом ребенка, рассчитанный на 150 детей от рождения и до 4 лет. На сегодняшний день в нем проживают 130 малышей. Многие из них поступают с отклонениями в здоровье. Это психоневралгия или, например, нарушение опорно-двигательного аппарата. Дети нуждаются в дорогостоящих операциях. После реабилитационного периода многие семьи возвращают детей домой. Но немало и тех, кто сознательно отказывается от сыновей и дочерей. За 2014 год 91 ребенок поступил к нам в учреждение и 96 детей выбыло. Значит, статистика такова: из 130 детей, которые находятся сейчас в доме ребенка, где-то около 35-40% это временных детей, а остальные дети это дети, оставшиеся без попечения родителей, плюс один ребенок сирота. Денег на дорогостоящее лечение у семьи этой девочки, которой поставили диагноз порок сердца, не было. Потому Ангелину пришлось на время отдать в дом ребенка. Несколько месяцев назад ей в Москве сделали операцию. Сейчас малышка проходит реабилитацию и уже весной вернется к родителям в Глушковский район. Ну а пока Ангелина вместе с другими детьми познает мир здесь. Сейчас у малышей есть все необходимое. Развивающие настольные игры, машинки, куклы. Все это в канун праздников им подарил депутат Курской областной думы Николай Полторацкий, который ежегодно поздравляет воспитанников с Новым годом и Рождеством. Чтобы у детей полноценное и счастливо протекало детство, игрушек должно быть неограниченное количество, так скажем. Вот. И особенно, конечно, развивающие. Большое спасибо, что игрушки поступили перед Новым годом и, соответственно, были по возрастам разделены, и для каждого возраста необходимое количество игрушек было как бы удовлетворено в потребности, за что большое спасибо. С Николаем Викторовичем дом ребенка дружит уже давно, это наш давнишний друг. Он постоянно нам оказывает помощь, постоянно приезжает на все праздники, поздравляет детей, поздравляет сотрудники. Неоднократно оказывал благотворительную помощь в виде игрушек, подарков. 3 года назад он оказывал помощь тоже в проведении ремонтных работ. В этом году от Николая Полторацкого дом ребенка вновь получил безвозмездную денежную поддержку в размере 550 тысяч рублей. На эти деньги будет отремонтирован весь медицинский блок, лестничный марш и группы. Уже сейчас работы ведутся в 2 служебных помещениях, в прививочном и физиокабинетах. По словам сотрудников учреждения, благодаря поддержке депутата Курской областной думы, год от года дом малютки становится современней и уютней.